Здравствуйте, товарищи. Немного потолкуем о параметре 3401. Об одном из его битов, если точнее. Чё-то картинка невкусная, извиняюсь. Нулевой бит параметра 3401, называется он DPI, сейчас он у нас установлен в 0. Переключатели подачи ставим в 0, чтобы станок никуда не ехал. Заказываем проезд по X на 1, просто пишем X1. И видим, что станок планирует проехать на 1 микрон по X. Заказываем проезд X1 с точкой на конце. Теперь станок планирует проехать 1 мм по X. Устанавливаем бит DPI параметра 3401 в единицу. Заказываем проезд на единицу с точкой. Едет также на 1 мм. Заказываем проезд без точки. Станок планирует проезжать также 1 мм. Делаем выводы. Когда бит DPI установлен в единицу, нам не обязательно писать точку после координаты, и если мы желаем переместиться на целое число или в координату целочисленную приехать. И если же DPI установлен в 0, нужно не забывать ставить точки. Спасибо за внимание. Всем добра!